Sveiki, приветствую вас на моем уроке. А этот урок в машине. Помока машиное. Машиное. Машиное – это падеж место, где в машине. Машиное. Я думаю, что падеж места – это легкий падеж, потому что окончание, если это женский род, это будет ОЕ или ЭЕ. ОЕ – машина, если машина, окончание А, тогда где машиное, машиное. И предлога такого, как в русском языке «в», у нас нету. Машиное. А если «пардотуве», «пардотуве» – магазин, где в магазине «пардотувее», «пардотувее». В разговорной речи мы говорим «машина», «машина», машина. Но в объявлениях официально это автомобилис. Автомобилис. Ауто. Мы на русском языке мы говорим авто, а на литовском будет ауто. И если автобус, автобусас, автомобиль, автомобилис, автозаправка, это уже будет дегалине, 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 дегти, это гореть, дегти, гореть, мишкас дяга, лес горит. Дяга угнис. Огонь горит. Горючие дегалы. И автозаправка дегалине. Дегалине. Дегалинея перкаме дегалус. В автозаправке мы покупаем горючее, дегалус, кура, курас, дегалы или курас. Курас – это топливо, дегалы – это горючее. Кокс гали бути курас? Кокс гали бути курас? Какое может быть топливо? Курас. Это очень просто, лабы попросто, лабы попросто, очень просто. Бензинас, конечно, это бензин. Бензинас, дизелинис курас, дизелинис курас, дизелинис курас, или мы просто говорим дизелис, дизелис. Дуйос. Вот дуйос – это уже новое слово. Дуйос – это газ. Газ. Газ в русском языке – это единственное число. Дуйос на литовском – газ. Только множественное число. Рейке усипильте дую. Надо заправиться газом. Рейке усипильте дую. Рейке дую. Нужен газ. Рейке ко. Рейке бензино. Рейке бензино. Рейке куро. Нужно топливо. Рейке куро. Бензинная машина. Значит, мы используем бензин.
Dieselis – это дизель. Lengvasis automobilis – это легковая машина. Lengvasis. Lengvasis – это автомобилис, это мужской род, автомобиль. Lengvasis automobilis – легковая машина. Sunkvežimis – это грузовик. Sunkvežimis. Автобусас уже знаете. Такси – то же самое. Мы также называем такси. Мы не делаем окончание ни «ас», ни «ис». Просто такси. Но это мужской род. Отвожаво. Раудонас такси. Приехал красный такси. Вайруоти машина. Водить автомобиль. Вайруоти. Вайрас – это руль. Вайруоти – это рулить. Вайруаю. Аш вайруаю. Вайруотояс – это водитель. Вайруотояс вайруае. Водитель – он рулит. Вайруотояс вайруае. А о келейвей? Келейвей джиугеси келёне. Келейвей джиугеси келёне. Келейвис – это пассажир. Келейвей – пассажиры. Келейвей джиугеси келёне. Пассажиры радуются поездкой, путешествия. Келёнес – это путешествие, но может быть просто поездка, келёне. Gerras kelias – хорошая дорога. Blogas kelias – blogas kelias – плохая дорога. Reikia nuvažiuoti į miestą. Надо съездить или поехать į miestą, в город. Nuvažiavus – reikia grįžti. Когда мы едем, потом надо вернуться, грįžti, вернуться. Pasukti. Pasukti į dešinę. Повернуть направо. Suku į dešinę. Поворачиваю направо. Сука į dešinę. Кто-то поворачивает направо. Сука. Сука – это поворачивает. Нормальное слово – поворачивает. Jis – сука, он поворачивает. Отвожуйте – приехать. Отвожевал – я приехал. Грижау намо – я вернулся домой. Отвожевал намо – отвожевал намо, я приехал домой. Я надеюсь, что вам понравился этот урок. Может быть, не все еще выучили о машинах, о транспорте, но если есть вопросы, спрашивайте, пишите комментарии. Комментарии – это классно. Man patinka, kai jūs rašote komentarus. Man patinka, kai jūs rašote komentarus. Мне нравится, когда вы пишете комментарии. Ir iki kito karto. Iki.